найти вход наверх. А как хрен его знает. Сейчас буду обходить это все дело и искать. Всем привет! Похоже, моя затея сегодня не прокатит. Сегодня одни рыжухи по этой дороге. Пока решил замаскироваться в кустах. Тут дорога рядом. Здесь у них вот такие рвы. Но это, видимо, вот тот канал, что идет на ТЭС. И что-то мне казалось, что здесь две вышки было. Вот это первое, да, что я сейчас прошел. И вроде как была дальше. Но сейчас я уже что-то засомневался. Я сейчас по карте посмотрю. Иду к какому-то заброшенному бывшему чему-то, связанному с этой вот станции. Говорят, там еще есть какой-то приусадебный участок рядом. Но меня напрягает опять вон та херня. Вон она, с окнами. Хотя кому я тут нужен? Потому что я еще только подхожу к этой бывшему зданию. Вон оно. И здесь реально вот какие-то дачные эти домики. Вон там тоже какой-то сарай. Так и не подумаешь, что в таких ебенях люди есть. Не знаю, стрёмно здесь. Вон он, этот участок. Сейчас посмотрю, есть кто, нет. Еще не сезон. Может, тут и нет никого. Вон они. Надеюсь, видно будет хорошо, потому что светит солнце. Хрен его знает, чего там, у кого. А туда сейчас я попробую залезть. Вот здесь есть проход. Сейчас я попробую туда зайти и посмотреть, что внутри. Хорошо, что у меня с собой есть фонарик. Так. Комментарий, думаю, излишний. Все спизжено до нас. Но походу тут кто-то был. Тоже вон документацию смотрели, от нечего делать, да? О, как интересно. Ладно. Начнем вот с этой комнаты. Ну, я так понимаю, это был либо душ, либо туалет, либо хрен его знает. Как говорится, придумайте сами. Не, сохран никакой, но тем не менее, я главное не провалиться бы. Так. Но документации здесь полно. Интересно, от какого года? А, вот видно. Февраль 94-го. Угон — дело гиблое. Вот так, ребята. Но здесь валяется в основном документация. Ладно, изучим теперь здесь. О, смотрите, какие-то... А, нет, я думал, фотографии. Ну, сложно сказать. Ох ты, ни хрена себе. Какой чемоданчик. В свое время
был крутой дипломат. Вообще реально крутой дипломат в свое время был. Блин, надо бы достать перчатки. Но я буду лазить так. Динамик на месте. Странно. Ладно. Ищем вход на второй этаж. Блядь, не провалиться бы куда. Ну, здесь, по-моему, ничего интересного нет. Так, идем дальше. Вот по таким хреням я тут прыгаю. Так, что мы имеем здесь? А здесь мы уже давно ничего не имеем, кроме старых лампочек. Кстати, вон та лампочка классная. Да, к сожалению, здесь ничего такого особо нету. А для прикола, если нажать... Ну, попробовать-то стоило, правильно? Ладно, идем дальше. Вон тут огромное количество телефонных трубок. Прямо тьма тьмущая. Так, ребята, окей, где вход на второй этаж? Что здесь? Ага, интересная книга. Но мне она не надо. Здесь очень много трубок. Реально, сколько ж у них, интересно, на пульте тогда было телефонов. Очень интересно. Так. О, джинсы. Причем джинсы клевые. Старинные. В тех годах они были качественные. Не то, что сейчас. Ладно, ребята. Здесь особо смотреть нечего. Как видите, на второй этаж я здесь попасть не могу. Я даже не знаю, где лестница. Сейчас я ее буду искать. Возможно, она где-то была сзади этой постройки. Ну, здесь, в принципе, прикольно. Больше мне сказать нечего. Но могло бы быть и получше. Сохран... уже никакой. Вот так вот. Сейчас буду обходить это все дело и искать. Ладно. Конечно, местность ожидает быть лучше. Но что поделать? Стульчик, куда-то я проваливаюсь. Сейчас посмотрим. Блин. Жуть какая. Ага. А вон и вход на второй этаж. И я туда не попадаю. Потому что лестницу давно сперли. Жаль. Было бы прикольно туда залезть. А эта лестница, по-моему... Не, блин, нормальная. Но я до тут все равно не долезу. Че толку-то? Ее не хватит. Так. Колпачок от фонарика. Ну и все. Ловить здесь нечего. Пруд небольшой. Сейчас я еще вот здесь обойду. Посмотрим, что там за углом. Ну и за углом тоже тут ничего нет. В общем, ладно, не судьба. Вон была, где лестница железная, а ее срезали. Я, конечно, умею выбрать, в чем пойти на такие объекты, да? Сейчас я покажу свои штаны со всеми лямками, которые я цепляюсь за все. Других-то ведь не было, да? Итак, на обоих ногах. Ладно, хоть кроссовки удобные. Вот эти шнурки
я заказывал у китайцев на Алиэкспресс. Они резиновые, тянутся. И на ногах кроссовки сидят четко. То есть они не слетят при любых обстоятельствах. Единственное, у этих кроссовок пока минус подошва. Лазить в них неудобно. На мосту я замучился в них. Зацените, кто тут у нас, блядь, ползает по мне, блядь. Клещ, вот он, падла. Слепой. Они же слепые. В связи с внезапной атакой клещей я к вагонам пока не полезу. Я не ожидал, что тут десятками начнут нападать. Тут, походу, им жрать нехуя. И вот они, сука, все лезут. Блять. Здравствуй, паранойя. Ладно. Надеюсь, я всех стряхнул. Потому что... Блять. Ладно, сейчас... Серега нарисуется. Ну-ка, на шапке нигде нет. Нет. Серега нарисуется, посмотрит. Лезут по мне. Какие клёпы, блин. Или нет. Они ж слепые. Я читал, у них на лапах какие-то эти. Нюхательные. Так, они, короче, сидят. Твари на сухой траве. Как и описано. Во всех этих. Потому... О! Так, это что? Ладно. Хер на них. Просто, да чтоб тебя черти драли. Вот сволочи. Так, а где мне идти тогда, блядь? Ведь туда я прошел. Без единого этого зацепа клеща. А сейчас как по этим... Как по нотам на меня лезут, бля. Да что ты будешь делать? Хули тут сейчас, как акробат, выворачиваю ноги-то. Не особо хочется. Вот ради прикола вот. Сейчас нет ничего, да? На траве сидят, нет? Хрен его знает. Ах, похрен. Сейчас до дороги дойду. Там отряхнусь и пока никуда не полезу больше в траву. Ладно, сейчас еще раз по паранойю насчет клещей и спокойно пойду.